Сергей Устюгов взял 2 золота чемпионата России по лыжным гонкам. На зимних стартах в Ханты-Мансийске югорчанин выиграл скиатлон и спринт классическим стилем. Отмечу, для спринтерской гонки организаторы подготовили относительно простой соревновательный круг длиной в 1 километр 600 метров. Небольшой подъем на старте, сменяли равнина и длинный спуск. А перед финишем лыжникам предстояло взобраться на крутой, но короткий холм. Борьба в гонке была настолько упорной, что во время мужского полуфинала дошло до желтых карточек и даже дисквалификации за жесткие противостояния на лыжне. В итоге первые 2 дня чемпионата страны принесли югорской команде 2 золота, а также бронзу в женском скиатлоне. Сегодня у спортсменов день отдыха. А уже завтра в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко пройдут индивидуальные гонки свободным стилем на 10 километров у женщин и 15 у мужчин.